Президент Петро Порошенко підписав закон, в якому чітко сформульовано права і обов'язки волонтерів та закладів, на які вони працюють. Усе це робиться для того, щоб за маскою доброчинності не ховалися шахраї. Абзац уже розкривав схеми, за якими псевдоволонтери працюють. І ось тепер наша сумлінна Олена Філонова перевірила, чи виправилася контора, яка нахабно прикривалася іменами відомих військових волонтерів. Дивімося разом. Ради того, чтобы вывести на чистую воду недобросовестных волонтеров, я устроилась к ним на работу и 2 дня клянчила деньги на улице. Помогите собрать на спальники ребятам зону АТО, кто сколько может. Не будьте равнодушными, помогите собрать на спальники военным ребятам зону АТО. Точно пойдут? Точно пойдут. Ну, смотрите. Хорошо, спасибо вам большое. Иногда, правда, срывалась. Мужчина, стойте. Нет, не делайте этого, у нас расследование. Вы молодец, конечно, но у вас ребенок, я не хочу с вас брать деньги. Для меня это дело отвратительное. Я не знаю, что чувствуют остальные попрошайки, но внедрившись в систему, я поняла, большинство этим банально зарабатывает деньги. Благотворительностью и не пахнет. Сколько денег, собранных в уличной коробке, на самом деле доходит к тем, кто их ждет? Я выяснила, собранные деньги делят на 3 части. Первая – зарплата волонтеру попрошайке. Вторая тратится на содержание офиса. И лишь 1/3 уходит по назначению. Кто будет помогать бесплатно? Никто. Значит, нужно как-то подкупить этого человека, чтобы он помогал. Сейчас добро не делается бесплатно, к сожалению. Эти циничные слова сотрудницы одного из благотворительных фондов шокировали не только меня. Их услышали в нашем эфире крупные партнеры этих собирателей денег. Когда проанализировали все затраты, которые идут на то, чтобы организовать этот процесс, и поняли, что это очень неэффективно, и фонд как бы отказался от этой деятельности. То есть, получается, я, Лена Филонова, помогла обнаружить и остановить денежную карусель? Или они ушли в тень и дальше со своими коробочками на 3 части подрабатывают? Сейчас проверю. На сайте контакты прежние. Кстати, именно так совсем недавно я и устроилась к ним на работу. Пытаюсь стать неузнаваемой. Решила поменять речь. Алло. Алле, добрый день. А хочу по объявлению устроиться волонтером. А гроши собирать, скики платить? У нас нет такого. Не знаю, удалось или нет, но вроде волонтеров не набирают. Буду считать это маленькой победой. Похоже, благотворительный фонд, в который я внедрилась, теперь работает по правилам. Но сколько нечестных еще осталось? Почему волонтеров-аферистов становится с каждым днем все больше и больше? Неужели на них нету никакой управы? Откуда они берутся? Оказывается, собирать деньги в коробочку на улице – самый быстрый из всех способов сбора денег. И тут есть психологическая уловка. Это контакт прямой с человеком. Когда к вам подходит ваше личное пространство, обращается, пожалуйста, помогите, вот нужно помочь человеку, или нужно помочь нашим бойцам, или нужно помочь нам на лекарства. Очень нам стыдно почему-то, и это для меня до сих пор остается загадкой, это человеческая природа, нам стыдно отказать, нам стыдно сказать, что я не хочу помочь. И главное, даже милиция не может остановить этих аферистов-коробочников. Кто должен контролировать вот этих волонтеров вообще? Милиция? У нас прекрасна служба милиции. А как их проверить, эти документы? То есть я должна куда-то обратиться, чтобы этот какой-то серийный номер и документ проверили? Це волокита, це час, це займає час. Воно ж на цьому і побудована вся схема, що пересічна людина, ну, одна на мільйон, візьме в тебе всі ці документи, всі ці папери, почне перевіряти, почне визвонювати організацію. Ну, це фактично нереально. Поэтому до тих пор, поки ми будемо без розбору бросати деньги в прозрачні коробки, на нас с вами будут наживаться аферисты. Как вы их проверяете? Ну, скажем так, я никогда не даю таким людям деньги. То есть я для себя приняла решение, когда мне начинают агрессивно говорить, почему вы не хотите помочь умирающему ребенку, я сразу говорю, что я тоже руководитель благотворительного фонда, и как бы я, извините, я вам не доверяю. На что мне вплоть до того, что говорили, такого фонда, как ваш, не существует. Не стыдно отказывать, если вы понимаете, что ваша помощь не принесет вам
Бога. А если очень хочется помочь и солдатам, и деткам, куда нести деньги, чтобы они к ним попали? Все деньги, которые собираются через наш ресурс, мы жестко контролируем, на что они потратились. И те 100% собранных денег идут непосредственно на реализацию проекта интернет-экваринг. Мы считаем, что это очень достойная альтернатива копилочным сборам. Вот это да! До чего же техника дошла? Насколько легко и быстро, находясь возле компьютера, можно помочь нашим солдатам, сейчас я это как раз и проверю. Я выбрала проект «Посылка солдату 9». Кстати, это тот же фонд, в который я внедрилась. Но теперь они собирают средства для солдат в АТО правильно. Не в коробке на улице, а на официальной страничке Украинской биржи благотворительности. Вот у меня в руках карточка Visa. Підтримати. Пока что здесь собрали 1584 гривны. Очень удобно. На этом сайте видно, какая сумма нужна, сколько собрано. Вносим сумму 100 гривен. Есть. Сплатити. Виза подходит. Представляюсь. Елена. Ну что, зачислены? Ура, вроде получилось. Ну, да, сумма снята. 100 гривен. Перечислены. Вот. Елена Филонова внесла 100 гривен. Ура! Есть! Как приятно все-таки помогать. Отчет прямо перед вами. Можете пользоваться.